очень радостно, то, что восстанавливаем монастырь, в эти пасхальные дни наполняется еще и молодежью, и детьми, вот, которые потом остаются здесь. Многие приезжают, помогают. Для многих это становится таким местом первой молитвы, первого какого-то обращения к Богу. Поэтому мы очень рады и всегда готовы принять ребят. Нам очень здесь нравится такая атмосфера, даже не передать словами, сплоченность такая, все дружные, проводим время, мастер-класс нам рассказывают, как нужно рисовать. Историю этого монастыря мы узнали, даже не знали эту местность, вот впервые попали, и очень познавательно было.